Привет, это Антон Иванов, эксперт Центра счастья жизни и проводник по местам силы. Сейчас я нахожусь в городе Владимире, у одной из главных достопримечательностей, реликвий, одного из главных сильных мест города Владимира, Успенского собора. Сам собор построен еще в 12 веке, 1150-е годы, перестроен 1180-е годы, построен Андреем Боголюбским, перестроен его братом Всеволодом. Эти два князя, при них создано было здесь удивительное, интереснейшее, сильное место, сильная точка, которая находится здесь, рядом с собором. Для меня лично эта точка была достаточно высоко вибрационной. Я получил большие впечатления. И это место, что интересно, оно сохранилось примерно в том виде, каким оно было создано еще тогда, в 12 веке. То есть это одно из таких вот древнейших мест. Сама